Ну как настроение-то у вас? Я понимаю, что здесь есть на концертах аборигены, которые ничего не понимают, но энергия-то чувствуется, да, нормально. Но вы-то, братцы, со всех городов бывшего Советского Союза, как вы здесь-то поживаете, да? Хорошо? Или так? По-разному, да, по-разному. Много ли артистов приезжает из России? Но многие наши коллеги говорят: «Чубак, будь на позитиве, где ваши ручки, ручки, ручки? Позитив, позитив!» Ну вот, вот, пожалуйста, попси. Ну, блин. Я, наверное, не покупаюсь на эти штуки. Наш позитив, наш оптимизм, везде говорю, это совершенно серьезная вещь. Когда ушла жена, выгнали с работы, все сгорело, все. И ты уткнулся лбом во все стены мира. И в эти мгновения говоришь себе: «Юрка, а жизнь-то клевая штука». Вот это ваш настоящий, суровый оптимизм, позитив, да. Это ничем не сломаешь. Ты продолжаться будешь долго, пока не пересохнет Волга, когда еще нам что-то снится, не ищут смысла в крыльях птиц, пока не рухнет лево-вправо, и краны не съедят державу, что в темной спальне считает вздохи. Не так уж скверно, не так уж плохо. Поехали. Танцует солнце, реки деревья, ты вспышка справа, ты выстрел слева. Я не успел сбежать, я ранен твоим пространством за экраном, любовью светлой, весной венчальной, чрезвычайной, чрезвычайной. Твой поцелуй сквозь дым и гроб, не так уж смена все, не так уж плохо все, не так уж смена все, не так уж плохо все, не так уж смена все, не так уж плохо все. Висит дыханье, лежит мужчина на теле смятом, спит сигарета, в каких объемах торчит причина, в каких пределах границы света, печали наши, весны печальной, чрезвычайной, чрезвычайной, вся в жизни правда, и все неверно. Продолжаться будешь долго, пока не пересохнет Волга. Когда еще что-то снится, не ищут смысла в крыльях птицы, пока не рухнет лево-вправо, и краны не съедят державу, что в темной спальне считает вздох. Не так уж верно все, не так уж плохо все.